Детский травматизм на железной дороге. Какая работа ведется по профилактике несчастных случаев на транспорте? Какая ответственность предусмотрена за совершение административных правонарушений? Смотрите программу «Город-ТЭС» сегодня в 18.15. Гости в студии. Алла Нечисова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления ВД России на транспорте, и Раиса Лахтионова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 134 городского округа Самара.